Всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Uncharted Drake's Fortune, и у нас 20-я глава. Damn it! Sully, come in! Oh, thank God, mate! Where are you? Heading your way. They've got Elena, we have to stop them. Yeah, got problems of my own. Bastards have me pinned down outside the church. Almost there. Ух ты, закат красивый, щит цвет, вау, вообще супер, на самом деле. Не знаю, мне вот цветов не хватало в этих джунглях. Хотя ладно. Цветы цветами, а мы опять к церкви. Я уже не знаю, сколько я раз там был. А, опять она. Ну, кого убить? Ну, может, вы там... А, ребята. Что вы делаете-то? Ну. Ой. Красавчик. Всю территорию держит на балконе. Ну блин. Передохнув после... Ой, дерьмо. Ой, дерьмо. Передохнув после игры... Ну, после той миссии ужасной, которая просто... Я и не знаю. Очень приятно, на самом деле, поиграть. Да-да-да. Умирать будем, детка. Так, ну, выбегайте. Патронов у меня немного, но все, что есть, все раздам. Блин, вы офигевшие. Из этой ракетницы я не ожидал, что они по мне шмальнут. Ладно, просто бежим. Нет, не получится. Сейчас по мне выстрелит же. Класс. Ладно, это без вариантов. Но снайперка была очень полезна. Блин, вообще офигенно. Начал. Ладно, нет, снайперка все же нужна. Хренушки, в этот раз не прокатит. Так, ну пока... Теперь полегче. Привет, говно. Высовывайся, говно. Ох ты, там еще один. Ну и чё, я его теперь не вижу. Вот всё. Отбегался.
А что-то снайперов нет, он всех снайперов убил, вот молодец. Ну что, мы тебя выручили? Дерьмо. Куда? Да пошли вы, ну что это за жесть, ну опять я окружен. Мне никак не выжить. Ну вот. Да. Мне не стоило туда приходить, явно. Класс. Мне не стоило туда приходить, вот. Он высовываться будет, тот придурок. Ага. О боже мой, сколько ж смертей. Класс, Али, спасибо. Все, последний, походу. What are you? I don't know how, but that statue destroyed the whole colony, and it killed the Germans too. Whoa! Come again? There's no time. We've got to get to the church. Ну в церковь пошли. Правда патронов маловато, как обычно. И откуда они только стреляют? О, вижу. Непросто. Да что ж ты не умираешь? Это невозможно. Наконец-то. Так, все нормально? Нет еще.
Класс. Ой, мне это не нравится. Сначала они окружают, потом убивают. Уже окружили все. Ой, да пошли вы к черту. Будете за мной гнаться. Ай, блин, сейчас убьют. Да ты офигел! Это только я так могу делать. Чертов шлем. Ненавижу этого ублюдка, он меня достал. И все снова. А, боже мой. А, да, бывает. Ладно. Поехали. Раз. Они, блин, бегают-то. Фиг. Ну да. Это просто жесть. Сейчас меня и убьют, вон. Стоит. Отлично. Долго. Долго был на виду. Ой. Надо будет забрать у него эту пушку, и потом, когда придут те другие, вынести их просто нахер. Все, теперь делаем... Да, думал, делаем хорошо. Эх, ничего мы не сделаем. С такими резвыми ребятами. Почему он не может взять чертов автомат? Круто. А тот в середине, а вот и он. Все, все патроны. Окей. Ну, я готов. Выходите. Можно автомат. Но автомат. Прям взад. Прям взад. И хрен их остановишь, они обходят с той целью, чтобы обойти. Я слишком стар для этого дерьма, похоже. Нахер пошел, дебил. Вы видели это? Такой меткий выстрел, да. Все, сейчас ругаться начну уже. Ugh.
Ну как можно так мазать? Классика. Так, что делаем? Почему два патрона дают? Нет, отпусти меня. Посмотрите, как его долго надо убивать, и они хотят, чтоб я армию убивал. Окей. Что окей? Хоккей. Сейчас придут и надрут. Это жесть. Я не уверен, что я пережу, потому что они вон бегут. Быстренько, быстренько. Десять патронов. Что это за классика? Вечно так. Ну и типа да, типа вот так это надо было проходить. Боже, помоги мне уже. Да вы пошли, пошли вы на... Овердер пошел херам, сволочи. Нет! Мазерфакер! Черт, ладно. Яичко нахер! Конец! There should be a hidden passage right under the altar. Ох, я уже думал все, но у нас вышло. Золото и кости. Drake didn't want to get the treasure off the island, Sully. He was trying to stop it from leaving. What? It's cursed or something. Oh, man, for God's sake.
Look, I know it sounds crazy. You just gotta trust me. Крысы. Сокровища. Золотые четки с черепами. Серебряно-сапфировая маска. Should realize by now that I plan for every contingency. Now drop your weapons. Down there. No heroics, please. Or I will kill her. Good. Now, if you'll just hang tight, we'll be with you in a moment. It's magnificent. Craftsmanship. I've never seen anything like it before. That is only a shell. The real treasure of El Dorado lies inside. Open it! Imagination. Bajen la red! Bajen la red! Navarro, that thing wiped out an entire colony. You don't know what you're doing. Wrong. I'm the only person on this island who knows what the hell he's doing. Cargue la estatua. Cuidado! You are so pathetic. All of you, scrambling around for your petty treasures. Do you have any idea what this is worth? To the right buyer? Levantalo! Levantalo! Oh no. What the hell is that? God! Run! Jesus, what are those things? It's the Spaniards, Sully. They never left. My God, if that thing gets off the island... You gotta stop him. I'll cover you from here. Ну, даже не знаю, мне туда спрыгивать. Куда мы бежим-то? Ребята, понятно. Салли прикрыл, спасибо, да, давай. Я лучше уж не буду больше вас слушать и как-нибудь сам. Забавно, но я только сейчас понял, что я могу стрелять без прицеливания. Да ладно, не может быть, чтобы все так было просто. Я всю игру мучился, чтобы узнать, что все вот так делается. Спасибо, да.
Дайте мне передышку. Я усложнил себе игру в 10 раз, сам того не подозревая. Если оно решающее, то... Dead, а, жалко, у меня нету гранат. Блин, как это все просто, если они целятся? Давай, давай. Даже высовывают. Ой. Дальше бежим. Не, дробовик решает. Себя. Да, вот это вот я и ожидал, что ящик развалится и меня подстрелят. Черт, придется все сначала делать. Ты умирать будешь, дебил? Не могу уже. Бессмертные. Вот, блин, как же, что же делать? Постою сначала за одним ящиком, когда он будет уже совсем. Перейду за другой. Привет. Что ж такое? Блин, это на самом деле не так и просто, как я думал. Что-то мне в первый раз повезло просто. Сами они выбегать не хотят. Ах, я полагаю, надо не за такими ящиками прятаться, а то... Типа вот так вот сделать. Или не целится, потому что он сам лучше меня целится.
Ну? Ну и почему теперь-то? Что за бред? Раз. Два. Три. А тут я где спрячусь? Меня это не очень радует. Потому что это не столь честно. Но пистолет у него опасен. Привет. Три выстрела, потом еще один. Отлично, все. Хотя какой тут все? Сейчас этот пойдет, потом тот пойдет, все я помню. Но никто не идет почему-то. А ящик сейчас разнесут. Я из дробовика справлюсь. Есть идея. Ха-ха-ха, смешно было. Такие прибежали. Три штуки еще. Похоже, это было предугадано. Значит, по нему не могу отсюда попасть. Давай, высовывайся. Не, ну... Ну, что это за бред? Еще давай. Давай еще немножко.
еще парочка раз. Ох ты, он убежал. Вот он мой шанс. Немножко еще пожить и умереть на следующей волне. Ах ты дерьмо, еще и quick time event. Ну, и откуда я начинаю? Ох, спасибо. А, у него только один меткий выстрел. Надеюсь, он этот не вынесет сейчас. Валить будешь, чувак? Класс. Вот это было весело. Вот это было честно. Просто... просто да ладно. Ну, слава уж. Ах, не знаю, кому даже. Слава мне. Дошел, что ли? Ух ты, да ладно, не верю. Но я еще жив. Ой, оружие потерял. Смешно, а? Но я же нажал треугольник, вы что, издеваетесь? Ах вы, ублюдки. А, я не ту кнопку нажал. Ай, да, бывает. Раз. Раз. Давай, давай. Есть. Еще что-то сделать. Давайте, давайте. Готов ко всему. Идись. Да чтоб вас, не готов ко всему. Окей. А, я опять не ту кнопку нажал. Я слишком много умираю. Да то какой закат. Какая разница, что тут творится? А тут, между прочим, дождь идет. Вы чё так гребёшь? На! Давай-давай! Давай-давай! Вот так. Теперь
Сейчас я побегу, как только смогу. Нет, опять. Боже мой, это невозможно. Это надо посмотреть все смерти свои, чтобы пройти это. Ну и все. Готовься, тварь. На-н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 а. А ну иди сюда. Нет, ты этого не сделаешь. На. А за среднее? О, хорошо. Save the world, triumph over evil. Pretty typical. Really? That's a shame we're leaving empty-handed, though. Oh, well, you know, I did manage to save one small thing. Here, I thought you might miss this. Thanks. Yeah. You two got a funny idea of romantic. Sully! Wow, you look like hell. You should see the other guys. Got us a boat. We already have a boat. Yeah, big boat. I like this one better. Sully, you beautiful son of a bitch! Borrowed it off a couple of pirates who were too dead to care. Sorry you didn't get your story. Well, that's all right. There'll be other stories. You still owe me one. I'm good for it. Ну что ж, вот мы и закончили первую часть Uncharted. Будем продолжать, еще две осталось. Мне, в общем-то, игра понравилась, конечно, достаточно сложно мне что-то иногда давалось, но без этого уж никак. Ну хотя есть, конечно, легче игры, но это на самом деле такая, на среднем уровне так уж точно. Если бы, может быть, на легком играл, ну легкий это уж слишком. Хотя легкий он, чтобы сюжет увидеть. А мне нужно еще немножко сложности. Ладно, что ж, надеюсь, вам понравилась первая часть и мои комментирования. В общем, увидимся в следующих частях. Всем удачи, всем пока. И я не знаю, пропустить ролик. Может быть, что-нибудь дадут. Ну так, проверить, на всякий случай. Вечно я не умею прощаться, скажу пока, потом проверяю всякую херню. Нет, все, конец. Так, ну что ж, увидимся, всем пока. Так, 2011 год, да.